Алтес-лагерь, КПП войсковой части, 47-280, вот так прямо. Также прямо через дорогу Петербург, Трибрицын, Каштанин-аллея, ЖД-переезд. Это здание, в котором изначально был штаб войсковой части, а потом библиотека. Разворачиваемся. 2 декабря 2022 года. Декабрь. Начался и началась зима. Мы делаем видео. А можно сказать, суровую зимнюю пору. В ночь выпал снег. И вот он лежит. Еще немножко идет даже. Кажется. Да, кажется. 0 градусов. За спиной КПП. И вот эта улица, которая была прямая до КПП. Перед выходом на полигон. Или северный КПП. Или КПП-2. Километр. Не один раз мы здесь с вами были. В разное время года. А в такое время мы не были. В студеную зимнюю пору. Вот здание, в котором был штаб, а потом библиотека, КПП. Вот так прямо. Вот вдоль этой аллейки мы идем. Вот большие деревья. И мы пошли туда, в сторону КПП-2. Или северный КПП. Конечно, мы не пойдем до самого КПП, мы туда. Попробуем дойти хотя бы до штаба малого. Хотя бы. Да, мы не знаем, растает снег, не растает. Он появился, мы тут сделаем на территории видео. С участием снежного покрова. Ну, сантиметров 2, наверное. Снежок. Вот здесь был комплекс. Мемориальный комплекс. В центре был танк. На постаменте. Да, это до последнего времени. Кто-то скажет, не было в наше время. Конечно, не было. Ведь разное было время. Фотографии у нас есть. Автор. Военнослужащий войсковой части 60-060-413. Артполк, соседи. Прапорщик, он это все сделал. Участник группы Алтес-лагерь. Вот здесь вот этот был комплекс. А мы оттуда идем. От КПП. Склады. Серого цвета. Доступа туда нет, но мы и не хотим туда, поскольку были в каждом из этих зданий, в каждом помещении. Другое дело, что мало кто смотрит фото и видео. Это уже другой разговор. Были везде. И вот начинается здание столовой офицерского состава. А это здание ремастерской. Мастерская артвооружения. Вот здесь. Падан велосипед там на углу. Надеюсь, на нем мы и уедем. Обратно. Вон он, на уголку. Мы к нему не подходим. Все равно не работает компьютер. Велосипедный. На холоде не хочет работать. Вот снег. Какой. Да, вот вход в столовую. Столовая. И рядом здание малого штаба. Там, где был коммутатор,
радиоузел, другие службы размещались, кабинеты были вот в этом здании. В подвальных помещениях, в подвальном помещении баня. Уже это охрана была. Вот накатанная дорожка. Уже заезжали они. Вон они только уезжают. Вон, видите, свет красный. Цвет. Уехали. Ах ты. Да, удачно мы с вами зашли. Да, под охраной, конечно, все объекты охраняются на территории. Охраняются не от того, чтобы кто-то что-то утащит, чтобы никто не зашел, не поломал руки, ноги. Здесь. Для чего? Вот этот дерево лычи, мы его видели цветущим, потом мы видели его с плодами. Вот малый штаб. Это казарма, которая первая по счету. И ряд казарм, их 6. С правой стороны вот ряд пошел. Вот вход здания малого штаба с этой стороны. По-моему, почта была здесь. А это сразу здание общежития. Дальше клуб. Много чего еще. Мы туда уже не идем. Здесь мы завершим видео. Пока вот снег. Есть снег. Мы запечатлели его на территории войсковой части 47-280. 2 декабря. 2022 года. Прямо в КПП. Там мы начинали видео. Вон там. До свидания.